Югорчане получают доступ к цифровому телевидению. Напомню, обычный телевизионный сигнал отключат уже в начале следующего года. Переход на цифровое вещание значительно увеличит число доступных каналов и представит более широкие возможности для выбора телепередач. Качественная картинка и отличный звук теперь будут доступны посетителям комплексного центра соцобслуживания в Югорске. Здесь установили одну из 20 приставок, которые Югра получила от российской телевизионной радиовещательной сети. А в Нягане приставку разыграли. В городе провели викторину, посвященную телевидению. Очень рада, что выиграла. Думаю, конечно. Я телевизор не смотрю, но думаю, родители смотрят постоянно, так что им пригодится.